Нужны всего лишь ножницы, подходящие по типу. Слушайте, ну я сегодня буду снова занудной, противной. Я хочу поговорить о новинке подборки ножниц Family. Вы знаете, я очень люблю, в кавычках, когда говорят «машина не вяжет» или «машина не шьет». А сегодня мы будем говорить о том, что эта ткань очень сложная, ножницы ее плохо режут. Я вам хочу сказать, что не бывает противных тканей или сложных, которые ножницы не хотят резать, бывают неправильно подобранные ножницы. Когда мои подписчики, студенты видят мои ножницы, спрашивают: слушайте, у вас только ножницы, зачем? Для того, чтобы ткань резалась, да, или не тяжело краилась, просто нужны всего лишь ножницы, подходящие по типу материала, по типу ткани. И вы знаете, мне кажется, что не только новичку в шитье или вязании, даже профессионалам зачастую очень сложно сориентироваться в огромном, просто огромном выборе между брендами, ножницами и их назначением. Сегодня я хочу поговорить о новинке подборки ножниц Family. Мне посоветовали эти ножницы как оптимальное такое вот соотношение цена-качество. Я предлагаю нам с вами рассмотреть вот эту подборку ножниц, которую я для вас приготовила. Мы разберем, для чего они, для каких типов выполняемых работ, для каких типов материалов, а также посмотрим на их стоимость. Начну я, пожалуй, с самых таких вот миниатюрных ножниц. Это ножницы для точных работ. Кстати, изготовитель этих ножниц Тайвань, а не Китай. Я знаю, что для многих это важно. Итак, ножницы Family для точных работ 10 сантиметров. Эти ножницы подходят для всех типов рукоделия, особенно для подрезки нити, мулине, лент, пряжи, для вырезания мелких деталей из ткани и бумаги, везде, где требуется особая точность работ. Для тех, кто любит аппликации, для тех, кто любит пэтчворк, невероятно легкие, их приятно держать в руке. Стоимость этих ножниц всего лишь 500 рублей. Но в интернет-магазине «Швейный мир» эту новинку, так как это новинка, на нее сейчас очень хорошая акция, их можно купить всего лишь за 425 рублей. Согласитесь, это смешная цена для великолепного качества. Мне для аппликации нужны вот эти зайчики. Я чувствую себя, знаете, буквально ювелиром. Несмотря на то, что деталь очень мелкая, которая имеет множество буквально миллиметровых изгибов, ножницы очень легко справились с этой задачей. Тогда как если я возьму любые из больших длинных ножниц, то практически непосильной задачей будет вырезать вот эту небольшую аппликацию. Для тех из вас, у кого несколько машин, эти ножницы могут заменить, например, сниперы. Эти ножницы могут стать хорошими помощниками на вашей вязальной машине, на вашей швейной машине для подрезки нитей, для подрезки каких-то небольших уголков, небольших кончиков. Так что вот такие ножнички я вам с удовольствием рекомендую. Потом обязательно, когда попользуетесь, напишите мне спасибо. И стоят такие ножнички сейчас по акции, стоит поспешить, 425 рублей в интернет-магазине «Швейный мир». Обязательно указывайте промокод Лорейн при оформлении ваших покупок, и вы получите приятную скидку, бонус. Я, кстати, сама пользуюсь своим промокодом, когда делаю покупки в этом магазине. Следующие ножнички, которые я хочу вам показать, это ножницы для подрезки ниток. 12 сантиметров из нержавеющей стали. Еще их называют ножницы-сниперы. Эти ножницы прекрасно подходят при шитье, для хлопкового мулине, при ручной вышивке, а также для мелких работ с тканью, бумагой, пленкой. Исходя из того, что производитель заявляет, что эти ножнички можно использовать и для бумаги, и для пленки. Наверное, не совсем сниперы, но все-таки ножнички. Надо сказать, что они очень удобно, что выгодно отличает их от любых, в принципе, сниперов, которые у меня есть в наличии дома. У меня есть их очень много, если интересно, спросите, как-нибудь покажу. Удобное кольцо,
защита лезвий. Возможно, этого не видно на картинке, когда вы на них смотрите. Они действительно эргономичны. Подушечка большого пальца удобно упирается в пластиковый держатель лезвий. Ножницами очень удобно работать. При шитье на вязальной машине эти ножницы легко подвесить за кольцо. Я, например, навешиваю такие ножнички на свободный держатель для катушки. И они потрясающе, действительно великолепно режут. Легким нажатием мы обрезали сразу несколько нитей. Стоимость такого удовольствия 450 рублей в интернет-магазине «Швейный мир». Но так как это новиночка у Family, ножнички, кстати, тоже производство Тайвань, стоимость их сейчас всего лишь 383 рубля. Слушайте, ну смешно, правда, чашка кофе. При работе с тканью вам нужно подрезать уголочек при подгибах. Они легко и точно срежут вам подгибы. Я рекомендую эти ножнички тем, кто вяжет. Когда мы работаем на вязальной машине, когда вы работаете с пряжей для ручного вязания, нам очень важно, чтобы под рукой постоянно были ножницы для обрезки нитей. И вот такие ножнички, их удобно и брать с собой, их удобно держать на вязальной машине. Так что с удовольствием рекомендую. Уверяю, вы будете довольны и скажете мне спасибо за такую замечательную рекомендацию. Вот эти ножницы, которые я вам, знаете, с трепетом буквально хочу показать. Почему с трепетом, вы сейчас поймете. Это самые дорогие ножницы в линейке, которую я вам сегодня показываю, рассказываю. Стоимость их всего лишь 1400 рублей. По акции, так как это новиночка от Family, эти ножницы стоят всего лишь 1190 рублей. Многие мои подписчики, студенты, наверное, те, кто знают и недоумевают, зная о моей страсти к дорогим инструментам, зная о том, что я долго была фанатом, почему была и есть, пожалуй, да, фанатом ножниц Кай. Кстати, ножницы Кай у меня есть абсолютно все тоже. Поэтому я понимаю, о чем я говорю. Эти ножницы аналогичные тем, которыми я держу в руках, стоят в 11 раз дороже. Согласитесь, ну так, очень даже существенно. То есть аналогичные ножницы в линейке Кай стоят почти 14 тысяч рублей. Вообще, вы знаете, в последнее время я с радостью узнаю для себя новиночки, которые появляются на нашем рынке, которые, в общем-то, по качеству не намного уступают дорогим аналогам. Пользуюсь я этими ножницами сравнительно недавно, поэтому, чтобы сказать, что они абсолютно не уступают Кай, конечно, я не скажу. Но то, что пока они режут и работают не хуже, чем Кай, это правда. Так вот, эти ножницы для сложных материалов. Эти ножницы с микрозубьями и специально предназначены для раскроя легких и средних скользких материалов, для стеклоткани, углеткани. А также эти ножницы идеально предназначены для точного раскроя деталей пэчу. Лезвия этих ножниц изготовлены из закаленной нержавеющей стали. Ножницы очень удобно и надежно лежат в руке. Изгиб ножниц выполнен, посмотрите, вот таким образом, что я могу резать ткань, не отрывая ножниц от стола. У меня есть спецткань, очень сложная для работы, огнеупорная и противоосколочная. И не каждые ножницы действительно могут работать с этой тканью. Кстати, поджечь ее, да, практически невозможно. И режут они, вы можете видеть, до самых-самых кончиков. Очень часто в отзывах к ножницам читаю: кончики не режут. Ножницы режут точно и до самого кончика. Теперь мы посмотрим, как
эти же ножницы справиться с еще одной сложной тканью. Очень люблю, кстати, изделия из этой ткани. Ткань сложная в работе, она очень скользкая. Очень часто ножницы ее зажевывают. И тоже, как видите, до самых кончиков. Все любят носить вещи из вискозы. Но немногие любят ее шить, еще меньше любят ее кроить. Великолепно. И тоже, видите, до самых кончиков. Производитель нам предлагает этими ножницами кроить точные детали пэчворка. Я думаю, что после того, как эти ножницы легко, до самых кончиков идеально разрезали и вискозу, и шелк, и даже спецткань, нет сомнений в том, что легко разрежет и ткани для деталей пэчворка. Даже те, кто вяжет, вам тоже нужны такие ножницы, потому что периодически мы работаем с тем, что режем вязаные полотна. Например, мы хотим переделать немножко поднадоевший свитер в модный кардиган. И вам тоже понадобятся вот такие ножницы. Ножницы Family Портновские с микрозубьями 23 сантиметра. Поспешите, пока на них идет акция, их стоимость 1190 рублей. Замечательные ножницы, с удовольствием рекомендую. Следующие ножницы, которые я хочу вам показать, незаменимы для тех, кто часто или не часто работают с тяжелыми материалами. Эти ножницы идеально подходят для работ с тяжелыми тканями, обивочными материалами, кожей, резиной, картоном, а также обрезки веревок, а также представьте себе гибкого шланга и многих-многих других тяжелых материалов. Великолепные эти ножницы имеют длину 24 сантиметра. У них очень интересные лезвия, как и во всех предыдущих моделях вот этой линейки Family. У них очень удобные ручки. Моя крупная кисть. Для женщины у меня крупная кисть, она удобно помещается в ручках ножниц. Ножницы плотно сидят в руке. Они очень легкие. Прямо сейчас их можно купить со скидкой за меньше 1000 рублей. Представьте себе, вы получаете вот такую роскошь меньше, чем за 1000 рублей. Посмотрите, как легко они нарезают толстую-толстую кожу. Режут они также, посмотрите, до самых кончиков. До самого кончика режут эти замечательные ножницы. Производитель заявляет и, кстати, не обманывает, что справляется и с толстой веревкой. Смотрите, я держу в руках толстый-толстый шнур. И вот так легко справляются с ними. С ним ножницы. Для тех, кого заинтересовали эти ножницы, вы часто работаете с тяжелыми материалами, это портновские ножницы для тяжелых материалов 24 сантиметра Family. Следующие ножницы, которые я вам хочу показать, это портновские ножницы 25 сантиметров. Я бы их даже назвала универсальными ножницами, потому что они прекрасно справляются не только с обивочным материалом и трикотажем. Они легко и непринужденно режут искусственный шелк. Они прекрасно режут трикотаж. И как все ножницы, которые я вам показывала до сих пор, они режут до самых кончиков. Они прекрасно справляются с раскроем вискозы. И тоже все до самых кончиков. Поэтому, хоть и предназначены эти ножницы для обивочного материала и трикотажа, я бы назвала их все-таки универсальными. Ну, без фанатизма, естественно, потому что если вам нужно какие-то спецткани резать, очень толстые материалы, то здесь я бы все-таки их не рекомендовала. Резать они будут, но для того, чтобы ножницы служили как можно дольше, ножницы стоит использовать по назначению. Но посмотрите, фактически со всеми легкими и средними
тканями ножницы эти справляются прекрасно. Стоят такие ножницы 935 рублей. Это такие же ножницы, но 23 сантиметра. Выбор за вами. Кому-то больше нравятся более длинные ножницы, кому-то нравятся более короткие ножницы. В целом они одинаковы. Также я лично считаю необходимым наличие на ваших рабочих полках вот таких портновских ножниц длиной 21 сантиметр. Эти универсальные ножницы подходят для работы с тканями, канвой, бумагой, пленкой, лентой, тесьмой, шнуром, многих других материалов. А также, благодаря своей укороченной длине, эти ножницы позволяют резать детали сложной формы, которую обычно не очень удобно вырезать ножницами большой длины, массивными большими ножницами. Когда нам нужны различные округлости, не отрывая лезвие от стола, эти ножницы позволяют разворачивать в процессе движения благодаря своей укороченной форме. Так как это новиночка, я рекомендую вам обязательно приобрести для себя эти ножницы по стоимости всего лишь 765 рублей. Для того, чтобы ваши ножницы хорошо служили, для того, чтобы они долго радовали вас, важно правильно за ними ухаживать. Первая важная деталь при работе с ножницами – это использовать ножницы по назначению. Не резать ножницами вещи, для которых они не предназначены. Поэтому, приобретая ножницы, внимательно читайте, для чего предназначены ножницы, которые вы покупаете. И уход. Как за ними ухаживать? Я ухаживаю за ножницами следующим образом. За всеми ножницами, абсолютно неважно, какого они бренда, при помощи вот такого шприца с маслом. Кстати, такой шприц с маслом я также приобрела в интернет-магазине «Швейный мир». Соединительный болт ножниц буквально понемногу, шприц, благо это позволяет, промасливая. Также промасливаю меж лезвиями. После нескольких движений масло распределяется. Удаляется масло очень легко. Достаточно прорезать кусочки ткани для того, чтобы удалить масло. Друзья, спасибо вам за внимание. Обязательно делитесь этим видео с друзьями. Я желаю вам приятной работы, с хорошими инструментами, с хорошим настроением, с хорошими материалами. Я очень рада, что помогла кому-то из вас сегодня сделать выбор. Причем сложный выбор. И я счастлива знакомить вас с лучшими. Действительно, с лучшими инструментами и с лучшими материалами для работы. Потому что по себе знаю, насколько это важно. Вам приятного шитья, приятного вязания. И до встречи!